И всем привет, ребята! И сейчас я вам покажу то, что я сделала в Майнкрафте. И это мой канал, который у меня был раньше, Мухоморик. У меня он был, да. У меня, короче, сломался телефон. У меня другой телефон теперь. Вот. Ну и сейчас, ребят, вы меня слышите? Надо поставить на всю громкость. И, ребят, и сейчас мы заходим. Я буду снимать теперь ролики про Майнкрафт. Снимала про Роблокс. Ну, да. Я буду снимать и про Майнкрафт, и про Роблокс. Так что вот. Имейте в виду, вот. И сейчас, вот. Ладно. Будем. Заходим в творческий. У меня 3 мира. 2 выживания и 1 творческий в моих мирах. Вот. Я больше играю в выживание. Вот. А и сейчас мы. Так. Я сейчас вам покажу все, что я построила. Создание мира. Давай быстрее уже. Загружайся. У меня памяти много, но снимать я видео буду не часто, так как я не хочу тратить свою память. У меня, конечно, тут памяти просто фигища, но я не буду ее тратить. Потому что, ну вот, на том телефоне у меня было 64 гигабайта. Но у меня было мало, конечно. И у меня постоянно с памятью были проблемы. Я уже тут. Вот. О, сундук. Сундучок. О, тут у меня есть вода. Кубка. Какое-то зелье. Кстати, я сейчас проверю зелье. Что будет, если я его выпью? Блин, оно не выпивается. А вот. Что со мной стало? Я, короче, не умею переключать. В этом Майнкрафте, по-моему, нельзя переключать. Типа. Короче, ладно. Вы меня поняли? Ой. Иди дальше, да. Отлично, спасибо за подсказку. Поставила все подсказки. Я это сама все строила, я старалась. Ну вот. Я старалась нормально, так что если вам понравится, ставьте лайки и пишите комменты. Нет, комменты нельзя писать, да, я знаю. Ну, короче, если вам понравилось, ставьте лайки. Да, если хотите, конечно. Я вас не заставляю. Да. Ой. Да, блин. Замуруем губкой, как-то было, да? Я вообще я не могу. Ладно, пусть эта вагонетка едет. Мы поставим другую. Я хочу забраться. Что-то тут я не продумала.
Да, отлично, ребят. Наше путешествие скоро закончится, мне кажется. Тут просто рельсов уже нет. О-оу. Партию. Да блин. Все. Я, короче, поставила сюда. Да, это не получилось. Нет. Уходи. Мне не получилось, ребята. Когда-то, когда строила, не знаю, достраивала, сломала и просто все как-то не так, как нужно было, да. Так что, ребят, извините меня, но я просто не знаю, ай-яй-яй-яй-яй. Вот я строила. И мне приходится строить. А зачем вообще строить? Зачем строить, если я могу конетку теперь сюда поставить? Нет, не могу, да? Не могу собраться. Ребят, короче, сейчас я долечу. Вот такой у меня скинчик. Я могу вам показать. Ой. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обработка рельсов. Все-таки рельсы. Я привязка с ним полностью. Вот. И сейчас не прокладываем. Начался дождь. Сами. Потому что не знаю. Я не знаю.
удался путь, конечно, конечно. Я тут ошиблась, тут оказывается надо. Подписчиков и всем пока.